Литва и Украина. Кто мы есть и что нас объединяет? Где наши исторические корни? И почему проект по восстановлению памятника украинскому князю, незаурядному деятелю Великого княжества Литовского Константину Острожскому в Успенском соборе Киево-Печерской лавры послужит мотивацией для Европы в ее поддержке Украины далее в выпуске. Это то, наверное, ради чего накапливается опыт, то, о чем мечтают. Это очень важный проект нашей биографии. Большое благодать, что я участвую в этом проекте. Я поздравляю эту группу, это очень хороший такой тандем, да, и очень приятно, когда работают двух национальностей люди. Конечно, этот проект становится важным и для Литвы, и для Украины, и для Польши. И я думаю, что мы все должны позаботиться, чтобы он был восстановлен как можно быстрее. Памятники архитектуры, храмы, минувших дней деяния искусства. Зачем современному человеку восстанавливать то, что существовало когда-то давно и было разрушено? Неожиданный ракурс необходимости воссоздания одной из утраченных исторических святынь предложил один из литовских меценатов, который давно живет в Украине и хорошо изучил исторический контекст памятника великому князю литовскому Константину Ивановичу Острожскому. Я тоже ничего не знал о Константине Острожском. А если это что-то и слышал, так это все говорили, что это меценат. Но если так разобраться, то он в душе-то был политиком, гетманом все-таки, столько битв победил. Так это же надо об этом говорить, и сегодня же главное при той ситуации, которая в Украине. Так это актуально. Он украинец, воевода, гетман при литовском короле Сигизмунде. Современники сравнивали его со стратегами античности, ведь он провел 35 битв, из которых выиграл 33. Самая известная победа Константина Острожского – битва под Оршей, где его войско разгромило 80-тысячную московскую армию. Князь Острожский был не только выдающимся военным и государственным деятелем, но и меценатом, который превратил родовое гнездо город Острог в европейский очаг славянской культуры. Тесно связана личность Константина Острожского из Киево-Печерской лавры. Власне, Константин Иванович Острожский, его сын Василь Константин. Собственно, Константин Иванович Острожский и его сын Василий Константин были большими меценатами Киево-Печерской лавры. Они принимали участие в восстановлении Успенского собора. Константин Иванович давал средства на восстановление иконостаса, завещал похоронить его именно в Успенском соборе, а также жаловал много имений Киево-Печерской лавре для экономической деятельности. Князь Константин Острожский по завещанию и был захоронен в Успенском соборе. Его сын Василий Константин заказал для отца роскошный ренессансный памятник из розового мрамора, который был установлен внутри храма. Исследователями считают, что скульптором был Себастьян Чешик, который львовский скульптор, который обучался в Кракове, и как предмет такой памятник ренессансной культуры 360 лет простоял над гробью в Успенском соборе Киево-Печерской лавры. Все путешественники неоднократно писали о величии, красоте этого памятника. Осенью 1941 года эта монументальная конструкция, которая была одним из главных украшений храма, при взрыве Успенского собора была полностью разрушена. От нее осталось только несколько фрагментов мрамора. Если вы присмотритесь, увидите, что это не цельные куски. Археологи нашли десятки вот таких вот небольших кусочков и затем их склеили, как пазл, для того, чтобы впоследствии хотя бы остались именно автентичные останки памятника Константина Ивановича Острожского. Протягом декількох років працювали и науковці, и скульптори. В течение нескольких лет работали и ученые, и скульпторы. Не только украинские, но и литовские, ученые Академии наук, высших учебных заведений Украины и Литвы. И вот мы имеем в результате макет надгробия, который будет установлен на историческом месте. Украина и Литва имеют общую историю и общее культурное наследие, которое прочно связывает эти страны. И неудивительно, что предложение литовских деятелей культуры заняться воссозданием надгробия князя Константина Острожского было активно поддержано обоими государствами. Наметился большой проект, требующий совместных усилий на осуществление. Конечно, мы стараемся этот проект восстановления памятника Константина Острожского в Киево-Печерской лавре как можно шире представить обществу, потому что и литовскому, и украинскому обществу еще недостаточно хорошо известны страницы нашей общей истории.
И я думаю, что этот проект поможет взглянуть как бы поглубже в нашу историю и действительно увидеть те вещи, которые веками связывают Литву и Украину. Константин Островский – это был герой того времени. И он выступал уже, наверное, уже тогда за объединенную Европу. Я думаю, что здесь вот потому и занимаются политики Литвы, Украины. Поляки тоже к этому причастны. Сказать надо, что наконец мы воздаем должное тем людям, которые творили нашу историю практически 5 столетий назад. Сейчас мы просто воссоздаем то, что и было. То есть мы были в Европе, значит, и мы опять возвращаемся туда. У нас были эти памятники, мы опять их воссоздаем, те, которые исчезли. Мы опять напоминаем о себе и говорим, какую роль мы играли тогда. Напоминаем вам, тем же нашим соседям. Работать в копродукции нынче популярно не только в кинематографе, театре, но и в изобразительных видах искусства. Памятник великому князю Константину Острожскому для Успенского собора воссоздавать будут скульпторы, которые победили на конкурсе «Два украинца и литовец». Ну, мы с Арунусом уже 2 года знакомы. Началась работа совместная с ним. Кроме этой работы, у нас еще много других совместно украинско-литовских проектов, в которых мы уже тоже как бы уже сработали. Уже за эти 2 года сделали 3 проекта у нас есть, да, в которых мы работаем, изучили друг друга. Профессор Вильнюсской академии Арунас Сакалаускас личным примером участия в таком международном проекте подчеркивает, что Украину и Литву объединяет и общая история, и теперешние дружеские отношения. Конечно, когда мне предложили это в Вильнюсе, я даже сомневался сперва. А потом, когда уже здесь начали макет делать и познакомился с украинскими скульпторами, тогда уже начал верить, что этот проект, наверное, может получиться. Хотелось бы, чтобы это была общая работа. То есть тут не цель сделать или украинский, или литовский. Хотим показать, что когда-то это все-таки было одно огромное государство, целое, европейское. Конечно, будет прослеживаться почерк и наш с Олесем, и будет прослеживаться почерк и Арунаса. Но наша цель – это сделать все-таки ближе к оригиналам, которые сейчас есть и в Литве, и в Польше. Взявшись за работу, скульпторы изготовили несколько макетов разной величины. Сам памятник имеет больше 8 метров в высоту и 5 в ширину. Предстоит очень большая работа, признался литовский скульптор. В подготовке задействовано много специалистов – историки, искусствоведы, геральдисты, знатоки исторического оружия и военной атрибутики. Этот памятник все-таки сделан в стиле Ренессанса. Такие ставились в Италии, Чехии, Польше. Даже в Литве есть такие памятники. Конечно, здесь, в Киеве, наверное, единственный такой. И самый далеко отдаленный такой европейский в восточной стране. Сегодня, кроме историков, политики так только подписали меморандум, который подписывался в 2016 году здесь, в Украине. Парламентская эта ассамблея была 3 стран. Они подписали меморандум, что они, рекомендуют своим правительствам поддерживать отстроение этого памятника, этому знаменитому. Масштабную скульптурную композицию предстоит вмонтировать внутри Успенского собора, туда, где изначально находилось надгробие. Современные технологии установки подобных структур отработаны, и потребуется лишь умение мастеров. Весь процесс будет происходить в Украине. Лепить мы будем в своей мастерской, недалеко от Лавры. А потом будем рубить. То есть у нас производственные площади, на которых мы можем разместить эти мраморные блоки и все делать здесь, в пределах Киева. Памятник будут ваять из мрамора. Материал дорогостоящий, кроме таланта творцов, требует определенных навыков в обращении. Но страха перед материалом у команды скульпторов давно нет. Опыт работы с мрамором дает им уверенность в успехе нового проекта. Работали с мрамором неоднократно. У нас много работ, таких подобного плана, даже по проработке, то есть и по значимости. Мы стремимся к тому, чтобы это был памятник культуры. И памятник исторический. То есть, и мы ориентируемся на те материалы, которые использовались также в Италии, в Польше, при строительстве подобных памятников. Скульпторам предстоит восстановить произведение искусства, редчайший образец украинской пластики, в котором соединились черты нескольких исторических эпох.
То есть не столько творческая работа, сколько это историческая научная работа. И значение ее для нас, как для скульпторов, это, конечно, это колоссальный опыт и огромная работа, от которой мы надеемся получить удовольствие. На сегодняшний день подобных памятников в Украине нету. То есть это будет как бы один из таких, он был, как бы, и сейчас, когда воссоздастся, это будет один из самых таких значимых памятников европейской культуры. Осуществление проекта по восстановлению памятника Константину Острожскому – это и творческий процесс, и важное государственное дело. Это тот фундамент, на котором базируется национальная идея. То, что связывает Украину с Литвой, со всей Европой. Литва и Украина имеют многовековую общую историю, и эта история, по сути, является европейской. И поэтому мы считаем важным и нужным показать наши европейские, общие европейские корни через нашу совместную историю, через наших совместных героев, которые много сделали для наших государств в свое время. И Константин Острожский является одной из самых ярких таких фигур исторических. Княжество Литовское и земли украинцы, так это была ведь единая держава, и в это время и ставился этот памятник, конечно. И чтобы как-то входить в Европу, надо показать свои знаки, наверное. И вот это один из таких знаков, который показывает, что вы европейская страна. Как мы с Олесем считаем, что это нужно подрастающему поколению. Вот, чтобы дети видели, дети, да и взрослые, все, чтобы видели, что когда-то Украина была, ну, частью Европы. И что в Украине были такие же памятники, какого же уровня, а то и выше, как и были в Европе. Воссоздать вариант 16 века, известный только по рисункам, которые к тому же существенно отличались друг от друга, и по уцелевшей фотографии, задача не из легких. Чтобы реконструировать надгробие, поставленное в 1579 году, творцам пришлось изучить десятки схожих памятников в Европе. Там было очень много флагов, которые не могли быть в то время в этом памятнике. Там российские флаги были. И вот это все пришлось историкам красиво вывести и оставить только то, что соответствует. Естественно, что когда мы брались за эту работу, мы понимали, за что мы беремся. Во-вторых, что кроме того, что фотография существует, есть много образцов в Европе памятников, которые делались, ну, приблизительно в это же время. Вот, и на который мы в основном ориентировались. Мы работаем вместе уже 20 лет. И уже были у нас предыдущие работы, когда нам приходилось исторические справки наводить, искать материалы, так что в этом плане это не ново. Макет надгробия великого гетьмана Литовского представлен на выставке «Князья Острожские. Европейское измерение украинской истории». Знакомство с уникальными историческими артефактами крайне необходимо в работе по восстановлению памятника выдающемуся деятелю. Они долгое время работали. Собственно, чтобы воссоздать такой шедевр, надо знать и всю эпоху. А вот как раз изучение всех этих экспонатов, которые находятся на нашей выставке, и помогает скульпторам восстановить этот памятник в полном объеме. Завершить проект планируют до 2019 года, когда будет отмечаться 505-я годовщина самой известной победы князя Острожского. Для каждого из скульпторов этот проект – своеобразный вызов. И второго шанса сделать нечто подобное может и не быть. Поэтому все силы, умения и вдохновение в работу. Мы не защищаем свои амбиции, мы прежде всего хотим проявить себя как художника, как профессионала, как скульптора, показать, на что мы способны. Это то, наверное, ради чего накапливается опыт, то, о чем мечтают. Вот это такая работа. Наверное, каждого скульптора мечта есть притронуться к Ренессансу. Что-то сделать вот такое очень красивое и очень мастерски, творчески такое особое. И сделать из белого мрамора, он будет светиться здесь, в этом костеле. И очень много, наверное, экскурсий будет идти смотреть это, потому что, ну, здесь будет красиво. Если его отстроить таким, каким мы сегодня видим на макете, из натурального мрамора, так это же будет не только памятник, это же будет искусство. На века. Это все вместе. И культура, и идеология, и, конечно, эмоции. Это эмоция восстановления справедливости. Наверное, что можно так просто сказать об этом памятнике культуры, о памятнике искусства и о памятнике общей нашей истории. Прошло 5 веков с тех пор, как жил князь Острожский, но его личность, его деяния необычайно актуальны для 21-го столетия. Они выводят современников на новый уровень осмысления исторических событий.